То есть, по сути дела, для того, чтобы зарабатывать доход по партнерской компании, по партнерской программе компании Skyway Capital, вы занимаетесь информационной деятельностью, то есть, по сути дела, способствуете популяризации информации о нашем проекте, о тех возможностях, которые люди ждут в недалеком будущем в плане инвестирования, пока еще есть возможность корневую технологию, да, либо вот возможности получения дохода уже сейчас. Потому что абсолютно любой человек, который начнет работать, давать информацию о развитии нашего проекта, за которым будут регистрироваться люди по его реферальным ссылкам, да, за это вы будете вознаграждены определенным процентом по нашей партнерской программе. В принципе, ситуация сегодня похожа, как я говорю на презентациях и на маркетинг-плане, когда рассказываю, с той ситуацией, которая сложилась в сфере IT-технологий в 70-х годах. Да, когда, по сути дела, зародилась идея персональных компьютеров, когда, по сути дела, родился интернет, когда появились такие компании, как Dell Computers, компания Apple, компания Microsoft, то есть те люди, которые на начальном этапе поверили Биллу Гейтсу, Стиву Джобсу, которые возглавляли свои компании, в том, что программы и устройства, которые они будут выпускаться, в дальнейшем будут иметь широкое применение и использоваться людьми, да, они проинвестировали по-разному каждый их проекты, но на сегодняшний день эти люди миллионеры. Мы имеем дело с транспортной технологией, мы имеем дело с технологией, которая, скажем так, будет внедряться на рынке с очень большой денежной емкостью, да, то есть миллиарды и триллионы долларов на сегодняшний день крутятся на транспортном рынке. Кстати, на вот этом форуме Инотранс, который будет проходить в Берлине, там будет порядка, по-моему, 2900 различных компаний, которые работают в сфере транспортного рынка, они будут предлагать свои какие-то новшества, свои, скажем, идеи, либо уже воплощение в металле того, что они сделали. Вот. Одной из таких компаний в категории транспортной инновации будет представлена компания Skyway Capital. Ой, группа компаний Skyway, извините. Итак, коллеги, партнерская программа, она достаточно проста, в чем ее, в принципе, основное преимущество. Да? И действительно, это возможность на сегодняшний день каждому нашему партнеру, кто примет участие в работе по созданию бизнеса, получать доход, не дожидаясь выхода группы компаний Skyway на мировой рынок инвестиций и на мировой рынок транспорта с технологией. У нас есть 6 квалификаций, то есть 6 ступенек карьеры. Вот. И, в принципе, есть предквалификационный уровень, который называется клиент. Это любой человек, который зарегистрировался по чьей-либо реферальной ссылке, ввел свои данные, которые необходимо ввести, телефон, адрес электронной почты, подтвердил электронную почту. У него появляется возможность, скажем так, входить в свой личный кабинет, да, в компанию Skyway Capital, разбираться в информации, задавать вопросы, скажем, тем людям, которые его пригласили, технической поддержки на нашем сайте, либо в личном кабинете, либо в отдел информационной поддержки обращаться, который у нас находится в Москве, получать ответы на свои вопросы и разбираться, что из себя представляет компания, что из себя представляет технология, какие возможности сегодня каждому инвестору предлагает компания Skyway Capital. Это клиент. Из раздела клиент человек может перейти в раздел инвестора. То есть для этого он может просто-напросто выбрать любой из пакетов долей компании в личном кабинете каждого партнера в разделе инвестировать, выбрать тот пакет, который ему комфортен, от 15 долларов там, до 150 тысяч долларов у нас возможности есть, пожалуйста, на кошелек, скажем так, каждого человека. Мы говорим, что деятельность компании Skyway Capital, она легко вписывается даже, скажем так, в такие социальные слои населения, как студенты, пенсионеры и так далее. То есть минимальный пакет стоит 15 долларов США, и на выходе человек получает 540 долей компании Skyway Capital. Предполагаемая цена стоимости, когда мы выйдем на котировку на биржевые площадки, каждая отдельно взятая доля – 1 доллар США. Итак, инвестор – это тот, кто купил один из пакетов, либо несколько пакетов может человек купить, взять все пакеты в рассрочку, неважно. Но он не является партнером, он не является тем, кто может зарабатывать деньги по партнерской программе компании Skyway Capital. Для того, чтобы эту возможность иметь, достаточно сделать простой шаг – зайти в раздел, точнее, в личный кабинет, там есть сразу кнопка, да, то есть зайти в раздел «Инструменты партнера», нажать ее, вот, и вы выходите в раздел, где появляется баннер, и на нем написано, для того, чтобы данная информация была доступна, необходимо подписать агентский договор. То есть вы можете ознакомиться с договором, почитать его подробно, внизу там есть поле, где вы ставите галочку, что вы согласны с условиями, и нажимаете на кнопку «Подписать». То есть этого достаточно для того, чтобы вы перешли в ранг партнера, это первая квалификация по маркетинг-плану компании Skyway Capital. Что вам дает данная квалификация? Даже если вы не приобрели на тот момент еще ни одного из пакетов долей компании, неважно, в рассрочку, либо разовый платеж, компания вам может начислять вознаграждение на бонусный и на акционный счет, если вы начинаете осуществлять информационную деятельность.
То есть вы даете информацию своему окружению, люди регистрируются по вашим реферальным ссылкам, которые становятся вам доступными с момента подписания договора, да, и вам на бонусный счет с товарооборота, который делает ваша команда либо структура, как это называется в мире MLM-программ, начисляются проценты, половина суммы, которая вам идет на бонусный счет, начисляется на акционный счет. Проценты, которые вы начинаете получать на квалификации партнер, выглядят следующим образом. То есть с первого поколения освоения посредственной деятельности, если кто-то за вами регистрируется, приобретает пакет акций, вы получаете 15% с товарооборота, со второго 4, с третьего 2, и с четвертого поколения 1. Вы можете сказать, это немного, ну я с вами соглашусь. У нас большое количество людей в квалификации партнер, которые в принципе не против иногда получать какое-либо вознаграждение там, с четырех уровней своей структуры, при этом, как мы говорим, особо не напрягаясь, да, не доказывая никому, что вот строй бизнес там, и так далее, и так далее. Люди делятся информацией, кто-то по их информации регистрируется, создает товарооборот, и они за это вознаграждаются. Как я вам сказал, 100% положенных, которые вы видите здесь, 15, 4, 2 и 1 с 4 уровней, выплачивается на бонусный счет, начисляется точнее. А 50% от этой суммы, то есть половина положенных процентов, идет на акционный. К акционному счету сразу хочу сказать, вы можете относиться пока еще как к подарку до сих пор, он пока есть. Возможно, на следующих этапах развития компании, а сегодня, вы знаете, у нас заканчивается 7-й этап, в период с 2014 по 2017 год, да, включительно. Высока вероятность, что мы скоро перейдем на 8-й этап, что скоро будет смена дисконта после мероприятия в Берлине, то есть изменится уровень доходности по пакетам долей компании, которые вы сможете приобретать в последующем сами, либо рекомендовать кому-то из вашего окружения. Итак, проценты на квалификации партнер, 4 уровня глубины, 15, 4, 2, 1. Следующая квалификация, на которой выдвигаются минимальные требования для того, чтобы подняться на следующую ступеньку карьеры, надо выполнить 3 простых шага. Первый. Сумма вашей личной инвестиции в наш проект должна составлять не менее $100. То есть вы просто на $100 себе купили акции. Причем это может быть разовая покупка, на 130 у нас есть пакет, например, да? Либо это может быть две выплаченные рассрочки, вот, точнее два платежа по рассрочке $50 в этом месяце, в следующем месяце. Это тоже получает $100. Либо вы можете мелкими пакетами с первого дня, скажем так, партнерство с нашей компанией, там взяли на 30, на 60, потом еще на 15, и у вас сложилось, в итоге получилось более 100, это 105. Второе условие, минимум 2 человека в вашем первом поколении, которые вы пригласили в этот бизнес, либо стать инвесторами в наш проект, сделали то же самое, купили себе долей нашей компании на $100 и более, и суммарный товарооборот ваш, который вы сделали, и первого вашего поколения, составляет не менее $300 США. В идеале это ваши 100 и 2 человека по 100. Все три условия выполняются. Как только это происходит, у вас 15% по-прежнему остается начисление с первого поколения, с товарооборота, который создается у вас в первом поколении, 5 уже процентов со второго, 3 с третьего, 2 с четвертого, и добавляется еще один уровень глубины, 5 уровень, с которого выплачивается 1%. То есть вы начинаете получать немного более, чем просто партнер. Квалификация лидер. То есть слово лидер это уже подразумевает, что за вами кто-то следует. То есть у вас есть последователи, вы возглавляете какую-то либо большую команду, структуру, возможно, вы ведете за собой там одного, двух, трех человек. Для того, чтобы стать лидером, самому нужно проинвестировать наш проект на сумму не менее $200 и в первом поколении иметь не меньше 3 партнеров, которые сделали то же самое. Единственное условие, третье, товарооборот ваш личный и всего первого поколения, то есть всех людей, кто зарегистрирован за вами, должен быть уже не менее $2000 США. Если это условие все три выполняется, вы становитесь лидером, и у вас по-прежнему 15% с первого поколения, но уже со второго 7, а не 5, с третьего 5, а не 3, с четвертого 3%, с пятого 2% и 1% шестого уровня глубины. Это то, что доступно в плане выплаты и начисления процентов человеку в квалификации лидера. Следующая квалификация, она называется мастер. Ну, слово мастер, я думаю, большинство из вас понимает, да, что это человек, который хорошо умеет делать то, что он делает. То есть это уже человек, у которого есть команда, возможно, она находится не только в одном городе, да, но и международная команда партнеров. Вот. И для того, чтобы стать мастером, необходимо самому проинвестировать наш проект на сумму от $1000 и более. У нас большое количество людей, которые сделали такие инвестиции, начиная там с 2014 года в технологии Виницкого. Минимум 3 человека в первом поколении вашей структуры должны стать на одну ступеньку, скажем так, поначалу наравне с вами, то есть стать лидерами. Это те люди, которым вы помогли достичь этой квалификации, да, научили, помогли, поддержали. Ну, это основной принцип развития партнерских программ. И суммарный товарооборот первого поколения ваш должен составлять не менее $5000 США. Когда это все происходит,
у вас увеличивается процент на четвертом и пятом уровне выплаты структуры, да, по сравнению с лидером, то есть это становится 4% с четвертого поколения вместо 3 и 3% вместо 2 с пятого поколения. И добавляется еще 3 уровня глубины с 7 по 9 уровень по 0,5%. С товарооборота вы будете получать в том случае, когда вы станете мастером. Пятая квалификация, которая, скажем так, где-то до середины марта месяца была высшей квалификацией, последней квалификацией, там, не знаю, вершины маркетинг-плана, да, она называется эксперт. Для того, чтобы стать экспертом, необходимо сделать следующее. То есть быть инвестором в наш проект на сумму от $5000 США, и таких людей очень много. Потому что я помню, даже в 2014 году люди покупали на $10000 и более. Да. Сейчас таких людей тоже очень много. В первом поколении вашей структуры должно быть не менее 2 мастеров, а третий мастер в вашей структуре может быть и во втором, в третьем, в пятом поколении, неважно в каком. Главное, чтобы он не входил структуры, либо в партнерские команды, которые входят в состав первых 2 мастеров. Если все 3 мастера будут в первом поколении, это тоже хорошо. Суммарный товарооборот первого поколения ваших личных инвестиций должен достичь не менее $10000 США. Когда это происходит, вы становитесь экспертом, у вас на 1% возрастает выплата вознаграждения с первого поколения, то есть товарооборот, который будут делать люди, либо вновь приглашенные, которые у вас будут появляться в процессе вашей работы. Либо те, кто выплачивает, например, рассрочку, да, то есть у вас будет начисляться уже не 15%, а 16%. Вот. И у вас добавляется с 10 по 20 уровень глубины небольшой, но все-таки процент 0,2% с того товарооборота, который может создавать ваша структура или команда. Это квалификация эксперта. И высшая ступенька карьеры по маркетинг-плану компании Skyway Capital называется топ-эксперт. Вот. Здесь также 3 условия. Первое из них – это ваш личный товарооборот должен быть не менее $10000 США. Далее, обязательно в первом поколении. Вот одна из единственных квалификаций, которая выпадает, скажем так, из общей схемы, где нужно выполнять 3 условия, это квалификация эксперта, где мастер может быть, скажем так, один из мастеров из 3 может находиться там в любой глубине. Чтобы стать топ-экспертом, необходимо воспитать в первом поколении 3 экспертов. И суммарный товарооборот всей вашей структуры, имеется в виду первого поколения и ваш, достигает суммы не менее $30000 США. Выполняете это условие, соответственно, вам увеличение идет процента еще на 1 с первого поколения по сравнению с экспертом, 17% он начинает начислять. И добавляется еще 4 уровня глубины вашей структуры с 21 по 24, из которой вам выплачивается 0,1% от того товарооборота, который создает ваша команда. По большому счету, вот это вот то, что я озвучил, это есть, скажем так, основной маркетинг-план компании Skyway Capital. То, что я говорил, отражено в данной таблице. То есть у нас 6 квалификаций от партнера до топ-эксперта. Здесь таблицы вы можете видеть на разных цветных фонах, да, то есть глубину, до которой вы достаете, там 4-я глубина, до 5-го уровня, до 6-го, до 9-го, до 20-го на уровне эксперта и до 24-го на уровне топ-эксперта. И те условия необходимые, которые нужно выполнять. То есть личный товарооборот от 100 до $10000 в зависимости от консультанта до эксперта. Да? И суммарный товарооборот первого поколения с вашим личным товарооборотом от 300 до $30000 США. Но это еще не все. То есть весной руководство компании вместе с лидерами, которые развивают партнерские структуры, как бы сделали дополнение к маркетинг-плану, который сейчас просто является его составной частью, да, то есть у нас есть еще дополнительный бонус для тех людей, кто активно развивает бизнес в первом поколении, вы можете дополнительно получать до 3% от создаваемого ежемесячного товарооборота. Я сделал акцент на слове ежемесячного, потому что данный бонус, скажем так, учитывает вашу деятельность в течение одного месяца, с первого там, по последнее число, вот, и весь товарооборот, который делается у вас в первом поколении, он считается. То есть выглядит это следующим образом. Если вы строите бизнес, даете информацию людям, но в вашем, например, первом поколении 4 человека проплатили какие-либо пакеты, вам за каждое начислено 15%. До квалификации мастер включительно, говорю, да? Вот. Как только проплачивается 5-й пакет, а месяц еще не закончился, за 5-й пакет начисляется 16% и дополнительная отдельная транзакция 1% за весь предыдущий созданный товарооборот с начала месяца. За суммарный товарооборот на первых 4 пакетах. Далее 6, 8, 9, хоп, 10, да, то есть за предыдущие 6, 7, 8, 9 пакет начисляется 16%, за 10 17%, и за предыдущие 9 начисляется дополнительно 1%. Далее идет 11, 13, 15, 19, то есть за них начисляется 17%. Как только появляется 20 пакет, 20 транзакция, месяц не закончился, за 20 18%, за предыдущие 19 еще дополнительно 1%. Ну и каждый последующий пакет вам начисляется еще с каждого последующего пакета
21, 22, там 25, 30, вы будете получать 20%. Если вы топ-эксперт, либо 18 до мастера включительно. Какие условия для получения данного бонуса? То есть все пакеты покупаются в течение одного календарного месяца, это первое условие. Одному человеку здесь возможно иметь несколько купленных пакетов. То есть у вас может быть активный инвестор, который только зарегистрировался, в начале месяца купил один пакет, в середине второй, в конце месяца взял рассрочку. Все эти три купленных пакета будут считаться у вас для данного бонуса. Покупать пакеты могут те, которые зарегистрировались сейчас, либо зарегистрированы давно. Вот. И вознаграждение также начисляется здесь 100% положенное на бонусный, да, счет, то есть до 3% вы можете получать. Половина этой суммы начисляется на акционный счет. Данный пример демонстрирует, скажем так, просто мы взяли условно, что в вашей структуре в первом поколении в течение месяца 22 человека купило пакеты стоимостью $50. Да, вот взяли так и все, и посчитали. Это опять же корректно до мастера включительно. Соответственно, товарооборот, который проделан в вашей структуре, это 22 мы умножаем на 50, это $1100, да? А суммарно вы получите за эти инвестиции, сделанные в вашем первом поколении, $198 США начисление на бонусный счет. $40 за первые 5 пакетов, $45 за следующие 5, $95 за последующие 10 и за 2, которые куплены после 20 пакета, вы получите еще $18. Вот таким вот образом. Раньше мы подробно считали этот пример, сейчас просто я вам говорю для наглядности. Условия, преимущества, да, выгоды партнерской программы компании Skyway Capital следующие. Первая, наверное, важная, да, составная часть, то, что маркетинг-план накопительный. То есть все, что вы будете делать с момента заключения, скажем так, партнерского соглашения, вам все время это будет накапливаться, никогда не будет обнуляться, пропадать и так далее. Вот, то есть вы, как я говорил, имеете односторонний рост квалификации, то есть выполнили партнера, да, вы никогда не упадете ниже на уровень консультанта. Стали вы лидером, вы уже не будете никогда партнером либо консультантом. Вот. Все накапливается. Ваши действия и действия ваших партнеров первого поколения. Квалификационным считается первый уровень. То есть те люди, которых вы приглашаете за собой, то, что они делают, тот товарооборот, который они делают, это и будет учитываться. Ну, с одной стороны, это можно сказать плохо, да, у нас нет компрессии так называемой, то есть если квалификацию начнут выполнять люди там в глубине, то во многих маркетинг-планах, в MLM-бизнесе там происходит компрессия, это влияет на вашу квалификацию. У нас, ну, это, наверное, еще ваша ответственность, да, все-таки смотрите, кого вы приглашаете, не гребите всех подряд, не пытайтесь людей каким-то образом, как мы говорим, козлить, говорите правду, говорите то, что есть о технологии, о возможности получения дохода. Не надо довешивать свою какую-то там вишенку на торте там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Вывод средств. Вы можете выводить денежные средства с бонусного счета тогда, когда на нем накопится не менее $30 США. Вот. Как вы догадались, условия роста квалификации, мы об этом говорили, это объем вашей личной инвестиции и объем инвестиций партнеров первого поколения. Что очень важно, у нас отсутствуют обгоны и потери структуры. То есть зачастую в большом количестве маркетинг-планов в мире MLM существующих, да, есть ситуация, когда вы помогли человеку развиться, воспитали в нем лидера, он вас догнал, либо даже обогнал квалификацию. То есть это для вас означает, что вы либо очень значительно меньше стали получать с его товарооборота, который он делает, либо перестали получать вообще, а есть целый ряд, большое количество маркетинг-планов, где у вас структуру это могут вообще забрать. То есть, казалось бы, нонсенс, да, вы помогли развиться, вы вкладывали энергию, вы помогали человеку делать все, он вас догнал, и у вас его отобрали, вас лишили дохода. У нас такого нет, да, то есть неважно, вы видели, у нас привязка идет процентов к уровням, даже если у вас в глубине там во втором уровне кто-то стал экспертом, там в другой ветке, в третьем и так далее, это никак не будет влиять на выплаты в плане того, что вы будете получать четко тот положенный процент с той глубины, которая соответствует вашей квалификации. То есть у вас никто ничего не отнимет. Вы можете расти, вы можете дальше развиваться, сами, скажем так, расти в квалификациях и так далее, и так далее. Далее. Для того, чтобы стать крупным инвестором в нашем проекте и иметь возможность получать доход, достаточно даже проинвестировать $15 США. То есть, инвестируя такую незначительную сумму, вы можете стать и крупным инвестором, потому что по партнерской программе вам будут идти начисления, например, на бонусный счет и акционный счет. И с акционного счета единственное, что вы можете сделать, эти деньги потратить только на покупку пакетов акций. Это, как я говорил, подарок человеку за то, что он помогает популяризировать информацию о нашем проекте, строить партнерскую структуру. И он может таким образом добавлять количество долей компании в свой портфель инвестиций. Важный момент, то, что вас никто не заставляет квалификацию, которую вы выполнили по маркетинг-плану, подтверждать. То есть вы стали там лидером, да, как я говорил, лидер квалификации за вами закрепляется
на все оставшееся время, пока вы не вырастете дальше, да, вам не нужно подтверждать ежемесячно какими-то личными объемами либо товарооборотом структуры данную квалификацию. В очень многих компаниях это происходит. То есть люди, скажем, поднимаются на какую-то ступеньку квалификационную, потом в следующем месяце, например, не выполняют положенные условия товарооборота, либо личного, либо суммарного, да, скатываются вниз и так вот болтаются там на промежуточных квалификациях, никак не могут подняться вверх. Когда-то устают и уходят. Вот. У нас высокий процент выплат с первого поколения. Вы слышали, да, вы можете получать на квалификации топ-эксперт до 20% от создаваемого товарооборота. И большая глубина выплат до 24 уровня вы можете получать от 0,1 до 7% с глубины партнерской структуры. Вас, в принципе, никто не ограничивает по количеству тех людей, которых вы можете пригласить в наш проект, да, которым вы можете помочь, которым вы можете предложить возможность зарабатывать деньги сейчас и получать серьезный доход в будущем. Единственное, здесь есть определенный элемент разумности, да, то есть время в сутках 24 часа. Если у вас есть там 2, 3, 5 активных людей, да, то есть задача им помочь научить делать простые шаги, чтобы они начали здесь зарабатывать, например, деньги, да, проконтролировать, что они делали, и дальше брать новых людей. Если вы возьмете человек 7-10, у вас сразу таких будет активных, и каждый будет вам стучаться в скайп, либо приходить живую, говорить, помоги мне, проведи мне встречу там, и так далее, вы будете работать 24 часа в сутки, через какое-то время вы можете устать. То есть здесь срабатывает элемент какой-то логичности, да, и помимо всего прочего, помимо этого бизнеса, помимо технологии Юницкого, помимо, скажем так, Skyway и так далее, у вас есть еще своя жизнь, у вас есть родные, близкие, у вас есть дети, возможно, внуки, да, у вас есть то, что вы любите в жизни делать. Поэтому, скажем так, просто заранее определиться, какое количество времени вы готовы уделять бизнесу и спланировать, какое количество встреч вы можете провести, соответственно, это подводит вас к тому, какое количество активных партнеров в первом поколении вы готовы сейчас обучить, помочь им, потом уже пустить в свободное плавание, то, что они умеют это делать. Таким вот образом. Как я говорил, бонусное вознаграждение начисляется до сих пор в денежном эквиваленте на бонусный счет и на акционный счет. Когда-то может случиться так, может на 8-м этапе, я не знаю, потому что решение принимает руководство компании, может на 9-м. Процент, который будет начисляться от суммы бонусного счета, там он будет составлять не 50, а может быть 25, а может быть 10. Да, то есть это мы узнаем, я думаю, в недалеком будущем. Еще два преимущества нашей партнерской программы, нашего маркетинг-плана, таковы, что маркетинг-план компании Skyway Capital можно отнести к маркетинг-плану мгновенных выплат. То есть в мире MLM-бизнеса существует не такое большое количество компаний, в которых есть вот так, те самые мгновенные выплаты. То есть создается товарооборот в глубине вашей структуры, и вам практически мгновенно, ну где-то, скажем, по прошествии какого-то небольшого временного зазора, идет начисление на ваши бонусные акционные счета. Что касаемо квалификации, практически то же самое. То есть были вы, например, консультантом, выполнили условия следующей квалификации лидер, соответственно, вам через короткий промежуток времени присваивается квалификация, и, скажем так, добавляется уровень в глубину, с которого вы получаете процент, увеличиваются проценты на ваших уровнях, которые были до того, то есть вы начинаете получать больше денег. В мире MLM-бизнеса зачастую следующий квалификационный уровень присваивается по итогам работы за месяц. То есть вы можете выполнить квалификацию 2 числа, и весь этот месяц, который будет длиться, вы будете получать процент с товарооборота уменьшенный, который соответствует предыдущей квалификации, которая у вас была. И только по окончанию месяца там смотрят, и программа вам присваивает следующий статус, и только в следующем месяце вы будете получать повышенные проценты с товарооборота, создаваемого вашей структурой. У нас такого нет. Вот данные, скажем так, преимущества не написаны на данных слайдах, да, поэтому я их просто озвучил. По большому счету, информация, которая касается маркетинг-плана или партнерской программы компании Skyway Capital, в принципе, вся. Вот. Я сейчас включу чат, знаю, что сейчас будут задаваться вопросы. Если у вас таковые имеются, да, готов на них ответить. Тут кто-то улыбался, плюсики какие-то ставил. Итак, коллеги, есть ли вопросы по маркетинг-плану нашей компании? Тут преимущество, которое основное, что вот я говорил в самом начале, оно не прописано, это простота. Вот он прост, у него нет каких-то дополнительных сложных там условий, выполнения там дополнительных еще каких-то вещей и так далее, и так далее. Спасибо вам, Виктор, за то, что все предельно ясно. Возможно, завтра уже будут какие-то новости у нас здесь в компании. Вот завтра 17 часов вебинар по личному кабинету. Я думаю, в принципе, мы его проведем.
по новому личному кабинету, понажимаем кнопки, что у нас где находится. Да? Наглядно можете увидеть отличие нового личного кабинета от того, что мы имеем на сегодняшний день. Вот. Если вам все понятно, если вопросов нет, да, касаемо маркетинга, либо касаемо чего-то еще. Да, правильно, Светлана, все гениально просто. Вы знаете, Лена, вот на вопрос, какие ресурсы для привлечения партнеров самые эффективные, ну, этот вопрос, с одной стороны, простой, да, вот, или сложный, потому что мы все разные, и у нас есть люди, которые воспринимают информацию на слух, те, которые там воспринимают информацию визуально, те, которые должны там подумать, да, вот те, которые там взвешивают все за и против и так далее, и так далее. Хотя думать надо всем, по большому счету, потому что принимать решение просто так, расширив глаза, как блюдце, и кинуться головой в омут, это было бы нелогично. И вам, как партнерам, которые приглашают кого-либо в наш бизнес, да, одна из основных задач – это донести грамотную информацию, вот, не в плане там все технические моменты, вплоть до формулы и так далее, а то, что у нас есть на сегодняшний день. Просто. Может быть, приглашать людей там на наши вебинары, презентации, где доносится информация просто, квалифицированно. Вот, и люди потом уже смогут задать вопросы либо спикеру, либо тем людям, которые вас окружают рядом. Те, кто проводит презентацию для вас живую, например, рядом с вами. Поэтому есть те люди у нас, партнеры, которые активно используют ресурсы интернета. Да? Не так много людей, которые умеют там использовать все, создают какие-то свои рассылки и так далее. Хотя у нас есть и те, кто имеет свои сайты, кто, скажем так, собаку съел на инфобизнесе и прочее. Есть те, которые больше работают с людьми вживую. Если у вас есть определенный авторитет в своем окружении, да, то есть если вы, скажем так, за свою жизнь, неважно, большая она или не маленькая, общались с людьми и вас людям не к чему упрекнуть, да, если вы этим авторитетом обладаете, то высока вероятность, что из вашего окружения, которое есть в повседневной жизни, кто-то последует за вами. Я не могу сказать, что все 100%. Кто-то будет сомневаться и так далее. У нас внутри личного кабинета есть лендинги, да, которые вы можете использовать, давать ссылки своим знакомым, чтобы они ознакомливались с информацией и потом принимали решения. Для людей, которые умеют использовать мир интернета, занимаются инфобизнесом, у нас есть баннеры. В принципе, тоже эффективный инструмент, который может быть выставлен на вашей интернет-странице. А если эта страница посещаема, благодаря, я не знаю, той деятельности, которую вы вели, например, до того, вы давали какие-то полезные советы, вы там давали полезную информацию, люди любят читать ваш блог, либо сайт, да, там будет установлен баннер, который будет, скажем так, моргать, который меняет свою, скажем, внешний вид периодически. И кто-то может на этот баннер нажать, заинтересоваться. Этот баннер может привести либо на сайт, либо на лендинг инвестора. И человек, ознакомливаясь с информацией из интернета, может стать вашим партнером. Вот. У нас в старом кабинете есть возможность делиться новостями из личного кабинета в социальных сетях. Тоже инструмент. Да? К инструментам можно отнести вот такие мероприятия, которые сейчас проходят. К инструментам можно отнести видеоролики, которые есть по технологии, которые есть, скажем так, по тому, что мы выводим на рынок, да, кого-то ролик оттолкнет, кого-то ролик, наоборот, привлечет. То есть тоже можете это их использовать. Есть книга «100 вопросов, 100 ответов», вы знаете, но я думаю, что многие до конца ее не дочитают. Если надеяться только на то, что вот книга «100 вопросов, 100 ответов», где рассказывается о технологии, привлечет практически всех, наверное, нет. Опять же, есть люди с разным отношением к какой-то технической информации. Кто-то ее любит, кто-то не очень. Да? Кто-то может разобраться в ней с процентами. Хотя там есть многие ответы на вопросы по технологии. Что она из себя представляет, да? Какие виды транспорта, вот. Как это будет выглядеть в недалеком будущем и так далее, и так далее. По поводу помощи в личном кабинете, идти по скайпу с демонстрацией. В принципе, если вы осуществляете звонок с сайта к нам в отдел информационной поддержки, например, да, то вы можете, общаясь с менеджером, обменяться логинами скайпа, потом выйти в скайп, и вам могут помочь, видя вашу страничку, поделившись экраном и так далее. Вот. Если у вас есть наставники, которые разобрались в информации и так далее, также вы можете, общаясь с ними по скайпу, поделиться экраном, и они вам подскажут, что и как нужно делать. По поводу эффективности ресурсов, вот поверьте, там, да, одного человека зацепит видеоролик, который рассказывает про все, скажем так, проблемы современного транспорта. Вы знаете, есть 4-минутный ролик, да. Другого, скажем, обращение Юницкого. Третьего просто, который любит читать, он может зайти по ссылке на ваш лендинг, ознакомиться с информацией. И... Поэтому самое эффективное, это достаточно сложно. Сказать, что на 100% сработает, никогда нельзя.
Итак, коллеги, какие еще вопросы есть? Вот. Завтра, в принципе, с удовольствием с вами пообщаюсь на вебинаре по личному кабинету. Не буду забегать вперед. Возможно, у меня будет вам что сказать, какая-то новость о развитии нашего проекта и так далее. Не факт, но тем не менее. Чуть-чуть заинтригую. А у меня на этом все. То есть, как я вам говорил, маркетинг прост. Разбирайтесь с ним сами. Да, Вячеслав, у нас есть несколько способов вывода денежных средств. Вот если вы завтра придете на вебинар по личному кабинету, мы с вами их рассмотрим. Там 6 электронных кошельков, 6 платежных систем, куда мы выводим деньги с бонусного счета. Да? Вот, с бонусного счета. С акционного счета вы сможете только купить акции. С бонусного по достижению $30, когда на нем накопится, вы в принципе можете поставить, оформить заявку на вывод. Вы можете выводить на Яндекс деньги, на Advance Cash, вот, на Kiwi кошелек и на карточку Visa MasterCard, это точно. Вот таким вот образом. Итак, коллеги, у меня все. Спасибо за то, что были сегодня с нами. Вот. А сбору разве покупаются? Не совсем понял. Сбору. Не совсем понял вопрос, Алексей, потому что как-то вот я не смог. С бонусного. Да, с бонусного тоже можно покупать, конечно, это ваше право. Что вы будете делать с бонусного счета, с деньгами, вам решать. Вы строили партнерскую структуру, вы заработали эти деньги, вам их начислили, да? Вы можете их вывести и реализовывать туда, куда посчитаете нужным. Либо вы можете с бонусного счета приобрести себе какой-либо из пакетов, да? Мало того, у нас есть 4 пакета, компании, которые вы можете купить только с бонусного счета, ни с какого другого. Соответственно, у них хороший дисконт, выше, чем у пакетов из стандартного прайс-листа и даже выше, чем у пакетов, покупаемых в рассрочку. Вот. Но опять же, это еще раз подарок тем, кто активно развивает бизнес по партнерской программе. То есть вот таким таких людей у нас как бы так, ну, дополнительно компания приветствует в виде предоставления возможности купить пакеты с выгодным дисконтом с бонусного счета. Чего я вам всем желаю. Если больше вопросов нет, то я, наверное, на этом буду заканчивать. Всем отличного вечера, хорошего настроения. Ну и до новых встреч на наших